Итак, привет всем, с вами Радмит. Итак, у нас тут свидание с дёрганной бабой. Это, в общем, компьютерный глюк, но так подмечено четко. Так, что надо делать? Так, на туалет сходить, окей. Так, кофе, так. Где у нас тут был? А вот. Идем в туалет. Ой-ё! Так, оторвём. Она не только тут. Где она? Так. Это что было? Что за возня на кухне? Не понял. Сейчас посмотрим, что она делает. О, дёрганная. Какая-то эпилептическая баба. У неё вселился кто-то сесть. Меня зовут. Чувствую, как пахнет я хочу. И дайте нам местечко за столиком. Так, окей, сейчас пойдем на столик. Заказать столик.